хомяк пришел завтракать. Чичуня. Аж поет. Чичик. Да, ну скажи, не до вас мне. Ну вот, решила перебить в блендере абрикосы. Вот так вот я их чищу. Чуть-чуть сахарком присыпаю. И замораживаю. С ягодами. Вот это вот у меня уже замороженное. Клубнику заморозила вот в таких формочках. А это абрикос с малиной. Сейчас я их переложу в пакет для заморозки и заморожу на зиму. Это я ее делала с малиной. Такие вот штуки. Такие штучки. Вот. Сейчас еще буду делать. С малинкой. А вот это я делала клубнику. У нас клубника уже сезон ее прошел. Я сделала для внучки, потому что она как раз уезжала на каникулы. И не покушала у нас клубники. Я для нее делала вот такие стаканчики. Уже ей передала часть, это еще осталось. Клубника с сахаром в блендере. Потому что целиком ее замораживать не захотела я. Говорят, она получается невкусная, когда размораживается. Это я обрезала петунью во дворе. Шариком хочу сделать вазон. А эти цветочки было жалко выбросить. Я их поставила. У меня на кухне постояли в чашечке. Такая вот красота. Вот эти горшки стригу. Чтобы она не сильно длинная не вырастала. Такая вот у меня тут еще клематис до сих пор. Распустились герани. Вот даже синий колокольчик расцвел опять по второму разу. Клематис так и цветет. Такая герань. Еще. Мотя. Эх. Фасоль, пока мы ее не собрали, кустовую. Первый раз мы в этом году, да, ее выращиваем. Оказывается, она такая урожайная, мне нравится она. Угу. Сейчас буду собирать ее. И такая вьющая. Тоже выросла хорошо в этом году. Ну да, дождь прошел. И вот она как какая хорошая начала расти сразу. Тут вот она разная цветет. Тут я уже начала ее собирать вот здесь. Сложила пока. Я ее замораживаю и консервирую. Тут перец
уже вырос. Это комнатный перец. Розмарин. Такие кисточки. Вот сюда еще одну петунью обрезала, поставила на солнце. А сегодня пасмурно. Такой уже огурчик тут вырос. Ну все, я на этом заканчиваю. Это наш сосед. Всем пока!